Благоустройство не только рабочей зоны и территории для отдыха, но и проезжей части. IT-компания «Дотарт» позаботилась о дорожной разметке. На Кудрявском спуске появился еще один пешеходный переход. Очевидно, что нужен он там был уже давно. Кудрявский спуск – улица в Шевченковском районе от улицы Артема до Глубочицкой. Пешеходные переходы находились только в начале и в конце спуска. Рядом с бизнес-центром его не было. Тротуара со стороны строения – тоже ошибка застройщика. Чтобы добиться результата, были организованы переговоры с соседями. Компания iBox согласилась участвовать в инициативе. Заключили договор на выполнение проекта схемы дорожного движения, изготовление и установку дорожных знаков, нанесение дорожной разметки. Большую часть денег на оборудование безопасной зоны для пешеходов выделил именно «Дотарт». Теперь коллеги и жители прилегающих домов могут переходить дорогу безопаснее.